Мне хочешь показать? Я покажу тебе. А поздороваться? Всем привет. И сегодня мы в магазине, где очень много игрушек. В магазине игрушек. И что ты мне хочешь интересное показать? А, ничего. А, уже ничего? Да. Ты меня так куда-то вела. И теперь... Посудка, Эльза, смотри, как у тебя. Да, я хотела, что это за шутки вот. Эльза, смотри, какой домик Барби. У нас такого нету. Да. И нам очень хочется. Смотри. Барби 3 этажа. Пошли папу будем просить сделать нам такой огроменный подарок. Можно? Будем просить? Да. А здесь что? Здесь собачка, да? Да. Она садится, встает. Ой, смотри. Встала, теперь села, ай, прыгает, какая классная. Смотрите. А здесь что? А здесь куколка спит. Ну, это обычный бэби-борн. Лошадка. Иго-го, иго-го. Все, Элиф уехала. Элиф поехала. Пока-пока. Вот это вот я все хочу, не знаю. Но никак мы с тобой не купим. Смотри, это у тебя будет яйцо. И в течение нескольких дней мы будем наблюдать, как из этого яйца кто-то вылупится. Какой-то птенец. Какая-то кошечка, да. Она тоже крутится, бегает, прыгает. Интересно. Но сегодня не будем, но обязательно купим этого птенца. Интересно. Смотри, король лев. Ты этот мультик помнишь? Что это за зеркало? Это зеркало. Ой, оно говорит. Это разговаривает. Зеркало, которое говорит? Да. Ух ты. Мы заказывали такое зеркало по интернету, но нам не пришло. Смотрите, дырка. Да, значит, должно разговаривать. Да. Интересно. Элиф, смотри, кухня. Да. А я тебе открою секрет. Мы недавно открыли костюм повара, и тебе уже в пути идет тоже кухня. Игрушечная по интернету. Да. Ну, по-моему, ой, она гораздо больше, чем это. Посмотрим, когда она дня через 2-3 придет. Здесь набор «Юная домохозяйка». Это у нас есть. Элифка, что здесь еще? А, посудка Анны и Эльзы. Вот, давай сначала нам кухня дойдет. Посмотрим, чего нам не хватает, а потом за посудкой придем, да? Смотри, какой Элиф, набор смотри. Повара шикарный. Да, да, да. Но сначала, папа, мы ждем кухню. Да. Может быть, на кухне все это будет. Угу. А потом узнаем. А здесь у нас наборы доктора, да? О, доктор Плюшева. Но доктор Плюшева это не доктор. Я музыку, музыку пью. Элиф, тут что-то крошит. Элифка, шопкинцы. Пушистика наша. Ой, у нас такие собачки есть. Нету. Ну похожие. Что? О боже. У тебя замок Эльзы. Тебе Дед Мороз принес большой замок Эльзы. Нет, я эту вижу. Это так у тебя есть. Очень. Это другая. Это другая, папа. Этой можно разрисовывать в платье. Ты не понимаешь. У нас такая же есть, но платье разрисовывать нельзя. Угу. Какая Барби? А что это за игрушка Барби, интересно? Что это такое? Это волосы. А, волосы. Угу. Смотри, шкаф. Гардеробчик, как у тебя, шифонерчик. Или как наша карета. А вот такой лошадки у нас нет. И наш замок. Замок Барби. Что ты здесь еще нашла? А, Эльза ребеночек поющая. А смотри, здесь маленький замок. У тебя большой, а этот маленький. Ну что, пойдем уже покупки наши забирать, а то тебя отсюда надо уводить. Ух, еще ты нашла. Спайдермен, девочка. Ариэль такая есть. Вот эти. Рампунцель есть, но в другом платьечке, да? Так, все, я срочно тебя увожу на кассу. Пойдем, пойдем. Говори пока-пока и пока, пошли. Пока-пока, подписывайся на наш канал и смотрите новые. Пока. Элиф надо забирать, потому что она здесь опасна.